А вот источник дыма в микрорайоне Самстрой удалось определить быстро. В 2 часа дня там загорелась баня. За считанные минуты огонь полностью охватил постройку. На место происшествия прибыла бригада пожарных. Меньше чем за 20 минут огонь полностью потушили. Еще столько же времени потребовалось, чтобы пролить водой выгоревшие стены и крышу, а затем разобрать их, чтобы избежать повторного возгорания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сейчас специалистам предстоит установить причину, но соседи предполагают, что постройка могла загореться из-за неисправной печи.